Серебряное поколение оказалось готово к золоту. Доказали это еще перед началом спартакиады. 6 значков ГТО вручили самым активным пенсионерам региона. Среди них Лидия Огурцова. Свою готовность к труду и обороне она доказала в 77. Но ценность спорта знает со школьных лет. Почем-то были 3-2, а это пятерки. Мое богатство. Главным зрителем всех достижений стал Иван Мосякин. Наблюдал он, увы, с фотографии. Спартакиаду посвятили ему, руководителю регионального отделения Союза пенсионеров России. Ушел из жизни Иван Яковлевич 4 июня прошлого года. 2 недели назад было принято решение присвоить имя Ивану Яковлевичу Мосякину футбольной арене, крытой футбольной арене, которая строится рядом. Это будет наш очередной вклад в его память. После церемонии участники разбрелись по всему стадиону. Дорожки и проулки заполнили легкоатлеты, теннисисты, шахматисты. Рядом шли забеги, комбинированные эстафеты. Недалеко целились в десятку на дарте и пулевой стрельбе. Спортсмены состязаются как в командном зачете, так и в личном. Главный приз – участие в российском этапе спартакиады. Он пройдет в Санкт-Петербурге. Что это за всероссийский этап, точно знает Ольга Семенова, тренер со стажем. Уже 3 года спортсменка обгоняет десятки других участниц областной спартакиады. А в прошлом году Ольга билась за Орловщину на федеральном этапе. Вот и на этот раз в своем забеге она стала первой. Надо научиться дышать свободно, не закрепощаясь. Вот это, наверное, самое главное. Потому что говорить, как дышать, это не совет. Когда ты бежишь, быстро или медленно, разное дыхание. В регионе, по данным Орелстата, проживают более 160 тысяч пенсионеров. Активны они и в совсем юных видах спорта. К примеру, в мае 60 человек сразились в компьютерном многоборье. Вчера был всероссийский финал по компьютерному многоборью, и 4 человека наших лучших компьютерщиков защищали честь Орловской области. Но результатов еще нет. А вот результаты спартакиады уже есть. В командном зачете золото получил Заводской район Орла. 2-е место у Орловского муниципального округа. 3-ю ступень занял Мценск. Екатерина Головина, Руслан Журавлев, телеканал «Первый областной».